И что тут делать? Чего? Не капитального характера кафе. Этот предприниматель предлагает практически на центральной площади установить кафе, стилизованное под кубанскую казачью хату. Идея хорошая для города, поддерживающего казачьи традиции, но трудно представить, что именно такая хата с камышовой крышей украсит центральную площадь города. Сергей Палыч предлагает инициатору строительства подумать над разработкой более современной идеи. Глава города проехал сегодня и по зимним пляжам. Был немало удивлен тем, что на пляже 40-летия Победы есть желающие искупаться в Зимнем море. Глава с удовольствием побеседовал с Аркадием Несисяном, у которого есть конкретное предложение по созданию более удобных купалин на каменном пляже. Известно, что даже несмотря на то, что здесь очень неудобные сходы в море, и этот пляж – излюбленное место отдыха анапчан. Хороший бетон, метров 10. А то есть волнорезы сделать.